Всем привет! Это канал MySoRobot, и в этом видео я покажу вам девушек трех участниц шоу «Пацанки» третьего сезона, а именно девушку Ксении Милос, девушку Дианы Субботиной и девушку Анны Гороховой. В том, что у девушек есть девушки, никого не удивишь. А вот удивляет, что всего три девушки, еще те красотки. Не у каждого мужчины такие вторые половинки. Интересно, проект повлияет на ориентацию девушек или нет? Если даже нет, не будем их судить. Это их право жить, как им хочется. Главное, чтобы они были при этом счастливы. Вы заметили, что я уже показала вам тех, кого обещала показать. Поэтому подписывайтесь на канал и пока-пока.